Деньги под залог автомобиля, и машина остается у вас. Кармани и деньги дали, и машину не забрали. Здравствуйте, я Антон Зиновьев, предприниматель, основатель компании «Кармани» и ведущий нового реалити на телеканале WBC «Start Money». Сегодня мы увидим презентацию 4 проектов, которые находятся на разных стадиях проработки. А оценивать проекты сегодня будут наши уважаемые эксперты. Алексей Милевский. Здравствуйте. Евгения Шохина. Добрый день. Алексей Прокофьев. Здравствуйте. И Ольга Трубачева. Здравствуйте. Коллеги, по нашему регламенту у каждого стартапа есть 3 минуты, по окончанию которых вы сможете задать уточняющие вопросы. Ну что, начнем? Открывает наш первый выпуск Алексей Хохунов, основатель роботизированных молочных ферм. Проект называется AirSept. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Алексей. Уважаемые эксперты. Меня зовут Алексей, я хочу представить вам свою компанию AirSept и ее технологию по роботизации молочных ферм. Алексей, я хочу вам сказать о том, что у вас есть 3 минуты, в течение которых вы можете презентовать свой проект. По истечению этих 3 минут наши коллеги-инвесторы зададут вам уточняющие вопросы, и дальше у вас еще будет небольшое время для того, чтобы какие-то уточнения внести. Да, хорошо, спасибо большое. Для начала, почему мы вообще начали заниматься этой темой? Первая ключевая проблема, которая существует, что все технологии, представленные на рынке, не позволяют роботизировать крупные предприятия, а это такие рынки, как Америка, Канада, Китай, Россия, Индия. Вторая большая проблема, которая существует, это огромный дефицит молока на рынке. В России, к примеру, он составляет где-то 6,2 миллиона тонн на данный момент. И третье – это огромный кризис менеджмента, который могут управлять предприятиями. Первая технология, которую мы разрабатываем, это робот для добровольного доения. Система устроена таким образом, что корова заходит внутрь системы, и манипулятор подключает к ней доильные стаканы. Мы принципиально изменили две вещи. Первое, мы с нуля разработали систему, отвечающую за поиск сосков в имени у коровы, и смогли обеспечить работу со всем стадом и не выбраковывать 10-15%, как это делают существующие роботы. И второе большое изменение. Мы сделали возможным работать одним манипулятором с двумя коровами, тем самым уменьшили себестоимость робота где-то на 40%. Вторая технология, которой мы занимаемся, это манипулятор для роботизации существующих доильных залов. Роботизация позволяет, во-первых, полностью убрать человеческий фактор, влияющий на здоровье животных, и увеличить возможность работы карусели с 4-5 оборотов в час где-то до 7. Аналогичный манипулятор позволяет роботизировать не только карусели, но и параллель. Третий робот, разработка которого мы занимаемся, называется Fit Pusher. Он отвечает за то, что он пододвигает карман назад к животным. Корова в силу своей физиологии, когда потребляет корм, они постоянно от себя его отодвигают. Уходит человек с лопатой, который двигает его назад. Собственно, этот робот позволяет убрать этого человека и убрать проблему того, что даже когда корм есть на столе, животное просто не может его употреблять. На ферме устанавливается ряд датчиков, с которыми работают в радиочастотном диапазоне, и робот может спокойно ориентироваться в пространстве. У него есть зарядная станция, к которой он возвращается. И четвертая часть, мы занимаемся модернизацией программы управления стадом. Во-первых, мы делаем систему, которая позволяет составлять персональный рацион для животных, учитывающих их персональное состояние. Мы делаем так называемую БЦС-оценку животных. Мы можем контролировать людей, что персонал пришел на ферму, во сколько он это сделал, в какой секции он находился и что происходило. Ну и также в целом улучшить все интерфейсы работы с ним. Мы проводили исследование на базе Калужской области, где выясняли, как меняется экономика предприятия, и в среднем где-то на год уменьшается время окупаемости молочных ферм. Сейчас первые два робота, Fit Pusher и робот для добровольного доения, созданы, мы их тестируем на предприятии в Московской области. Два других проекта находятся на стадии разработки. Мировой рынок составляет 912 миллиардов, в России это порядка 12 миллиардов долларов. Сейчас он занят где-то на 0,7%. Алексей, спасибо. Окей, спасибо. Время вышло. У вас еще будет немного времени, чтобы дополнить после того, как коллеги зададут дополнительные вопросы. Господа инвесторы, ваши вопросы Алексею. Можно я начну? Вы знаете, я всегда задаю вопрос, как вы к этому пришли, а вы корову сами умеете доить?
Да, я почти полтора года работал в предприятии, занимающемся сельским хозяйством. У меня есть моя семейная ферма в Сергиево-Посадском районе, 1500 коров. Я 4 месяца учился в Трисдорфе в Германии в аграрном университете. Но моя основная специальность — робототехника, я вообще технарь. Сельским хозяйством — это так, будем называть это хобби. Решил роботизировать коров. Ну да, роботизирует доение и кормление животных. Ну, это тренд. Классический вопрос. Что с рынком в России, да, на что вы ориентируетесь? Сколько модельных аппаратов у месяцев 6,2 миллиона недопроизведенных тонн, если бы на них ориентироваться, сколько примерно? И сколько это было бы в деньгах с точки зрения вашего ревеню в тот же год, вот, за который эти 6,2 миллиона? Да. Сейчас вообще на рынке существуют 3 компании, в основном, которые этим занимаются. Delaval, Lely и Gea. Они все пришли с рынка Европы, где роботизировали порядка 40% своего рынка. В России, Америке и Китае процент роботизации очень низкий, такая больше статистическая погрешность, чем роботизация. Самая роботизированная область в России — Калужская, там была программа 100 роботизированных ферм, и где-то 62 из них было роботизировано. Если посчитать, собственно, исследование рынка, которое я здесь приводил, мы проводили самостоятельно, мы смотрели то, сколько в целом необходимо средств для того, чтобы роботизировать, условно, одну корову, смотрели официальную статистику по тому, сколько коров, в принципе, у нас официально в России. Ну, из этого, собственно, его считали. Непосредственно под роботизацию сейчас подходит где-то 34% животных, которые находятся на так называемом беспризнанном содержании. Беспризнанное содержание — это коровы могут свободно ходить по ферме, у них нет стойла, в котором они закреплены. Ну, вот где-то 34% от 12 миллиардов — это российский рынок. Но российский рынок не является ключевым. Сейчас есть очень большой тренд — это развитие сельского хозяйства в Китае, где раньше люди практически не употребляли молоко, а сейчас этот объем очень быстро наращивается, и они достраивают крупные предприятия. Ну и Америка, где просто классически растет. Еще вопросы? Да, вот вы упомянули о том, что снижается заболеваемость животных на ранней стадии. А за счет чего происходит оценка здоровья? При роботизации система устроена таким образом, что корова при доении, у нее анализируется молоко на каждом этапе. Мы анализируем жирность, белок, электропроводность, цвет молока и так далее. По ряду этих факторов можно сказать, какие вообще процессы происходят внутри коровы. И любые изменения, связанные со здоровьем, они сразу отражаются на том, сколько корова дает молока и какого она молока дает. При ручном доении люди это не делают. Это первое. А второе, при ручном доении доярка подключает сразу 4 стакана, у коровы там 4 соска, она их устанавливает. И проблема с тем, что у коровы молоко в имени распределено неравномерно. У нее есть 35% спереди и 60% сзади. Как доярка подключает, она всегда либо не додаивает корову, либо всегда передаивает корову. А при роботизации эти 4 стакана независимые, они снимаются в зависимости от того, насколько конкретно эта четверть выдоена. А каким образом вы будете внедрять оборудование на существующие фермы? Вы будете заключать договоры с игроками или это какие-то новые будут фермы? Ну, есть, в общем, два, по сути, рынка. Первый — это строящиеся фермы, и второй — это существующие фермы. Для того, чтобы внедриться на новые фермы, мы заключаем ряд партнерств с компаниями, которые занимаются оборудованием предприятий. Ну, это, по сути, продажи через каких-то контрагентов, которые непосредственно этим занимаются. Технология, которую я рассказывал по роботизации доильных залов, она нацелена на то, чтобы именно роботизировать уже существующие предприятия. Это просто манипулятор, который устанавливается на место, где раньше стояла доярка. Там не требуется каких-то реконструкций зала и чего-то подобного. И то же самое с фидпушером. А какие издержки это для предприятий будут? Ну, косты на покупку и внедрение там какие-то минимальные. Это какие? Ну, стоимость роботизации карусели — это порядка 9 миллионов рублей. Стоимость доильного зала — это порядка где-то 150 миллионов рублей. Ну, ерунда, да. Алексей, может быть, у вас вопросы какие-то? Такой вопрос. А сколько денег вы уже инвестировали? И на чем базируется эта оценка в 5,4 миллиона долларов? Мы проводили первый раунд еще летом. Мы поднимали порядка 200 тысяч долларов, собственно, с помощью которых мы дошли до текущей стадии не очень большой командой, чтобы подтвердить, условно, свою компетентность в робототехнике и сельском хозяйстве. У нас есть бизнес-модель, у нас есть такой, ну, как бы расчет через рынок, которому у нас есть клиенты, с которыми мы уже сейчас работаем и которому мы планируем продать. Собственно, из бизнес-модели мы рассчитывали то, какая оценка непосредственно компании. А как далеки вы от первой выручки, которую вы получите? Мы должны летом ее получить уже. У нас, ну, вот сейчас идет промышленное тестирование. Летом мы должны запустить первый двор, на котором будет установлен робот для добровольного доения фидпушер. И после этого начать масштабировать первым клиентом, с которым мы работаем. Ольга, у вас, может быть, есть вопрос? А как вы видите свой бизнес через 5 лет? Вообще, то, чем мы занимаемся, это как бы
глобальная цель – построить команду, которая компетентна в области промышленной робототехники. Для нас это первый проект, в котором мы хорошо знаем, так скажем, молочный сектор, и у нас получится такое состояние, что у нас будет одна команда, которая умеет в такой R&D и разработке роботизации, там, конструктора, схемотехники, программисты. И вторая – это операционная команда, которая занимается непосредственно продажей и поддержкой вот этого проекта. Собственно, у нас есть еще две индустрии, в которые мы смотрим, и в которые мы в дальнейшем хотим уходить этой команды R&D, ну и построение операционного бизнеса на базе технологии, которую я сказал. А кто ваши конкуренты сейчас? Ну, я говорю, есть три компании. Они там, это Голландия, Германия и Россия. Швеция. А, нет, они все из Европы. Они представлены на российском рынке. Это Delaval, ну, Alfa Laval, правильно у них называется головная компания. Компания Layli, компания Gea. А они какой путь прошли к тому, где они сейчас, если сравнивать их в прошлом с вами сейчас? Ну, вообще, рынок роботизации существует уже где-то 15 лет, и они все начинали где-то в тот момент, и у них является одной из самых больших, по моему мнению, субъективным проблем. С тем, что они основывались больше ветврачами, а не инженерами. И все технологии, они совершенно с точки зрения того, как они работают с животным, но очень изящно, скажем так, выполнены с точки зрения вот инженерного воплощения и того, что вообще существует на рынке робототехники. Рынок робототехники каждый год эволюционирует с какой-то огромной скоростью. Они просто не пытаются как-то это внедрять в свои продукты. И начинают очень сильно проигрывать по эффективности. Последние два вопроса. Отлично. Вы наверняка смотрели бизнес-кейс фермы. Да. Насколько им выгодно вас ставить, откуда они возьмут деньги, да. И хватит ли им маржи из молока для того, чтобы это окупилось в каком-нибудь обозримом будущем. Да. Буквально два слова на эту тему. Во-первых, ну, буду на примере России рассказывать, но в целом почти везде так устроено. Государство субсидирует покупку и роботизацию молочных ферм от 20 до 70% от региона к региону. Есть лизинговые компании, которые дают возможность рассрочить платежи где-то на 10 лет при покупке роботов. Ну и, собственно, наверное, это ключевое. Как меняется экономика предприятий? Там у каждого нельзя сказать объективную цифру того, что изменится, если внедрить. Потому что есть предприятия, которые дают 5 тысяч, есть, которые дают 9 тысяч. У них будет принципиально разный эффект. Но там остается фактом, что при роботизации увеличивается эффективность, ну, статистически где-то на 12-17%. Это то, что мы анализировали в Калужской области. Когда до этого не было роботов, они их установили, как вообще менялась экономика. Спасибо, спасибо за вопросы. Я позволю себе тоже задать один вопрос. Вот, Алексей, если не считать ту проблему, которая есть у любого стартапа, это привлечение денег, и считать, что деньги у вас уже есть, то какой основной проблемой будет следующее? Ну, у нас есть то, что мы видим как риск. Мы сейчас используем целиком покупные средства, которые обеспечивают доение животных. Мы не занимаемся там датчиками, которые работают с молоком, доильными стаканами, чем-то подобным, потому что они сложно сертифицируемы. Ну и сейчас мы их закупаем у наших израильских и немецких коллег. Есть внутреннее ощущение, что это как бы в какой-то момент у нас может отсутствовать возможность их покупать. И это мы видим как один из рисков. Спасибо. Спасибо. Коллеги, какое-то резюме? Готов ли кто-то из вас общаться дальше с этим проектом? Вообще, видите ли вы интерес как инвестора в этом проекте? Ну, наверное, я скажу. У меня есть партнеры. Они сейчас выходят на рынок с новым типом молока. А2 такая продукция, то есть там другой белок. И, скорее всего, моя миссия будет в том, чтобы познакомить вас напрямую. И, скорее всего, вы о чем-то договоритесь. Да, спасибо большое. Алексей? Вижу много рисков пока в этой модели. Но, с другой стороны, тот бэкграунд и эти основания, почему эта команда идет к этой цели, как бы внушают некоторое доверие, тем не менее. Самое главное в любом стартапе – это что? Команда, а бизнес-модель вы поправите. Правильно? Ну и с нашей помощью, и с помощью таких, как мы в том числе. Но второй раунд с вами поговорить, наверное, да. Угу. Есть много вопросов, которые мы сейчас не выясним, но в целом мне понравилась презентация. Да, спасибо большое. Ольга? Я тоже скажу, что мне понравилась презентация, и видно, что команда с точки зрения там, технологии и понимания бизнеса видит и аграрный рынок, и технологичный, но что меня смущает с точки зрения нашего бизнеса российского, насколько российские предприятия, агрофермы, крупные, мелкие и так далее, смогут себе позволить, ну, при такой там, себестоимости, при таких вложениях. Здесь надо как-то с ними будет, наверное, эту модель прорабатывать, чтобы был какой-то ну, для вас понятный рынок. Окей. Алексей? Потенциально огромный рынок роботизации сельского хозяйства. Надо понимать, что вы конкурируете с огромными компаниями в мире, которые этим уже давно занимаются. А на данный момент, наверное, присутствуют технологические риски, я согласен с Алексеем. А я бы, наверное, более подробно пообщался, когда у вас будут первые платящие клиенты, чтобы вы на них могли показать, что это действительно работает на реальной статистике. Угу.
Спасибо, коллеги. На мой взгляд, на самом деле, очень интересный проект. Такой в тренде. У нас сейчас санкции, все мы знаем. И это огромная возможность, чтобы развивать что-то в России и дальше уже переносить на международные рынки. Алексей, у вас есть буквально одна минута, чтобы, вот, может быть, с учетом обратной связи от инвесторов, что-то сказать. Угу. Ну, во-первых, огромное спасибо за вопросы. Видно, что все слушали, немножечко поняли то, чем мы занимаемся. Это иногда становится небольшой проблемой. Я абсолютно согласен с тем, что у нас существуют риски, мы пытаемся их нивелировать, в том числе, например, для того, что, ну, почему мы не видим прямой конкуренции с крупными компаниями, как ABB, Кука и что-то подобными компаниями? Потому что они не занимаются кастомизированием, так скажем, робототехникой, они занимаются тем, что они роботизируют предприятия за счет таких стандартных 6 подвижных манипуляторов, которые можно куда-то установить. И это не очень подходит в конкретно данном случае. И да, второе, как бы, рынок России в сельском хозяйстве, он такой немного сложный, с тем, что это больше даже не B2B продажи, а такие B2G продажи, и предприятия в первую очередь покупают роботов за счет поддержки региональной. Регионы запускают программы, но при этом у нас есть Казахстан, в который запускает сейчас программу 100 роботизированных ферм, у нас есть Тульская область, которая это делает, и, как ни странно, Якутия, которая этим занимается и активно поддерживает переход компании на роботизацию. Спасибо, Алексей. Можно, желаем можно вам удачи. Дополню, вот, исходя из того, что Алексей сказал. На самом деле, очень многие регионы сейчас заинтересованы в развитии у себя инвестиционных проектов, и в том числе у нас на канале, и вообще широко это представлено. И можно, например, действительно вас и познакомить, и представить регионам, для того, чтобы, возможно, вы найдете точки соприкосновения. Кто-то хочет привлечь и инвесторов, и новые технологии, какие-то совершенные производства. Если вы сможете найти с ними какой-то контакт, возможно, у вас тоже получится как бы дополнительные возможности. Да, буду очень рад, спасибо. Отлично, хорошая возможность, да, продолжить. Да. Спасибо большое, удачи. Спасибо, до свидания. Вам. Впечатление крайне положительное. Видно, что всем инвесторам было... Они были очень включены в беседу, задавали много вопросов, какие-то там неформальные одна-две штуки, которые нужно для протокола, что они есть, а что всем правда было интересно то, чем мы занимаемся. Видно, что инвестора сразу видят и сильные, и слабые стороны проекта, ну и, собственно, делают упор на это. У нас сейчас идет инвестиционный раунд, и мы ищем инвесторов, которым в первую очередь не являются просто финансовыми, а могут как-то помочь в нашем проекте, такой условный поиск смарт-мани в рамках нашего раунда. Ну и вторая – это просто выход в публичное поле и работа, ну как бы какой-то охват аудитории, узнаваемость того, о чем мы занимаемся. Ну, мы с рядом инвесторов договорились, собственно, встретиться и пообщаться чуть подробнее в отношении того, чем мы занимаемся. Они говорили, что могут познакомить с рядом людей, которым это может быть интересно, или, например, с регионами. Обязательно продолжим с ними общение, будем дальше заниматься проектом. Ну, во-первых, я как бы всегда почти всем советую не пытаться заучивать питч и как бы фокусироваться не на том, чтобы сделать такую целостную историю, заучить ее, рассказать, а чтобы люди просто понимали то, чем они занимаются, у них по каждому слайду были какие-то вещи, о которых они должны не забыть рассказать. Второе, быть готовыми отвечать на такие, в первую очередь, неприятные вопросы, те, которые они сами осознают, что у них то, в чем у них могут быть проблемы, чтобы они знали, как вообще их преодолеть или честно признавали, что они там в будущем будут к этому подходить. Ну, а так, ничего, быть более оптимистичными, все будет хорошо. Коллеги, как вы оцениваете перспективы этого проекта? Ну, непростой у него путь, я думаю, но тема востребованная, и если санкции сохранятся, то возможность развивать будет. Дальше весь вопрос к напору команды и к некоторой помощи Росагролизинга. Кому еще? Нужна какая-то им, к сожалению или к счастью, поддержка государства, чтобы фермеры были в этом заинтересованы. Не им, а фермерам. Фермерам, да. И дай Боже, у них есть решение, чтобы фермеры при поддержке государства его купили. И еще одну вещь, которую они здесь не описывают. Вот конфетно-букетный период под названием «Мы вам продали». Такой прекрасный автомат. Он заканчивается месяца через два, когда ломается первая финтифлюшка. Вот обслуживание – это самый, ну, это, во-первых, бизнес. Во-вторых, этот бизнес, как правило, убивает бизнес-модель авиакомпании, которой вы продали самолеты, или фермы, которой вы продали доильный автомат.
Вот. А с другой стороны, они сами-то к этому готовы? Это вообще другой бизнес. Хороший вопрос. Как они это обслуживать будут? Вот именно. Причем это территории, вы подумайте, да? Это проблема-то в чем? Это же не что-то, что можно, ну ладно, завтра приедем. Минуточку, корова недойная, мастит и ку-ку. Слово «скопытится», оно уже отсюда идет, да? Ну, с другой стороны, весь бизнес и делается на обслуживание, как правило. То есть совершенно верно. Тоже закладывает в модель тогда при снижении, например, себестоимости. Надо считать. Да, вот надо стоимость обслуживания. Да, надо считать, аккуратно смотреть, что у них с обслуживанием, как они региональную сеть обслуживания будут строить, сколько это будет стоить в литре молока, сколько это будет стоить, а подходит ли все еще этот кост фермеру, или у него уже там... Не давайте не забывать, что фермеры сверху давят большие, в общем, картельные сговоры по выкупу молока. Потому что ферма, в отличие от производителя какого-нибудь железа, никуда переехать не может. Она там, где есть, правильно? И она логистически увязана с теми покупателями, которые у нее покупают. Они могут давить их по цене. Это значит, что их маржу в любой момент могут вычерпать. Им только в росагролизингах и за государственные деньги можно доставать. И если, не дай Боже, что-то не рассчитано, оно может встать на полку, подобно некоторым суперджетам. Спасибо. Спасибо, Алексей. Алексей Милевский, вот у вас есть опыт инвестиций в IT-проекты. Можно ли считать это IT-проектом? Я бы не назвал, наверное, этот проект IT-проектом. Он, безусловно, технологический. В нем есть большой потенциал. Что мне нравится, то, что 60% от раунда текущего уже закрыто. Это снижает риски для потенциального инвестора. Что не совсем нравится, это то, что они достаточно далеки от текущего понимания первых клиентов. То есть они не делают сейчас никакую выручку, и это повышает наши риски вложения в них. Также они на данный момент делают несколько продуктов, и они не могут сфокусироваться на чем-то одном. Возможно, им стоит доделать какой-то один, обкатать его на реальных клиентов и потом переключиться на следующий. Да, спасибо. Ну, на самом деле, глаза у ребят горят, желание у них хоть отбавляй. Мне кажется, что у любого проекта, конечно же, есть проблемы, есть препятствия, через которые надо преодолевать. Но, тем не менее, мне кажется, у них хорошие шансы, и, может быть, кто-то из наших зрителей заинтересуется и продолжит общение с ребятами. Спасибо большое за ваши комментарии, а мы переходим ко второму стартапу. Зрителям я напоминаю, что вы смотрите телеканал WBC и проект Start Money. Это площадка, где встречаются инвесторы и стартаперы. Участник номер два нашего сегодняшнего выпуска – Роман Зайналов с проектом «Привет, пакет». Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Я напоминаю, что по нашим правилам у вас есть 3 минуты, чтобы презентовать свой проект. И по окончанию этого времени наши инвесторы зададут вам дополнительные вопросы. Готовы? Хорошо. Да. Ну что, начали? Еще раз здравствуйте. Меня зовут Роман Зайналов, и я представляю мобильное приложение «Привет, пакет». Никогда больше не выноси мусор сам. Наш проект можно описать 2 словами. Мусорный Uber. Универсальное приложение как для выноса мусора, так и заработка на выносе мусора. Появилась необходимость вынести мусор? Просто вызывай помощника в радиусе 500 метров. Расплачивайся банковской картой прямо в приложении, без договоров и лишней волокиты. Мусор окажется в контейнере уже через 20-30 минут. Если нужны деньги, работай рядом с домом. Просто выноси мусор. И получай заработанные средства на счет своей банковской карты уже с 14 лет. Получил паспорт, получил банковскую карту, можешь работать с «Привет, пакет». На различных форумах бизнес-идей не раз обсуждалась подобная идея вынос мусора по подписке. Некоторые сервисы даже запускались, испытывая при этом множество трудностей, такие как нежелание потенциальных заказчиков платить абонентскую плату за месяц, год вперед, планировать на месяц вперед количество выносов мусора, подгадывать время, чтобы быть дома, когда придут за мусором. Абсолютно неудобные способы оплаты. Преимущество нашего сервиса в том, что он работает по принципу «здесь и сейчас», а также является простым, доступным и безопасным. Сама бизнес-модель построена на получении комиссии с продаж. Приложение для Android уже доступно в Google Play и принимает первые заказы. Приложение для iOS проходит последние этапы тестирования.
Мотиватором проекта, естественно, был мусор, а также то, что дома наши с каждым годом становятся все выше и выше, а мусоропроводы в них либо не вводятся в эксплуатацию, либо вовсе не закладываются в проект дома. Мусорные контейнеры и пухто далеко не всегда расположены близко к подъезду, что часто приводит к таким вот последствиям. Две минуты. Привет-пакет – это решение мусорной проблемы. Вынос мусора – не конечная цель проекта. Мы планируем активное развитие в экологическом направлении, конечным из которых… Для себя мы определили 6 этапов дальнейшего развития, конечным из которых является полная переработка мусора вместе сбора. Вместо уродливых мусорных пухто в каждом дворе будет стоять экокуб. Он же высокотехнологичный и экологичный мини-завод по переработке мусора вместе сбора, что позволит исключить как класс захоронение мусора на полигонах. Привет-пакет – это первый шаг к реальной мусорной революции. При должном уровне инвестиций через 2 года мы сможем обеспечить доступность сервиса во всех городах-миллионниках, которые и являются главными производителями мусора в стране. Инвестируй в Привет-пакет и никогда больше не выноси мусор сам. Спасибо, Роман. Время прошло. Сейчас у нас инвесторы зададут вам вопросы. Если позволите, я инвесторам подарок сделаю. Пакетом? Да. Биоразлагаемый пакет. Настоящий биоразлагаемый пакет. Если можно. Можно я первый вопрос задам? Спасибо. Всегда уточняю, с чего все началось. Знаете, этот анекдот замечательный, да? За что вы убили свою жену? Говорит, за занудство. Говорит, сижу 1 мая, смотрю футбол. Она говорит, вынеси елку, да вынеси елку. У вас тоже какая-то личная история привела к проекту? Да, личные истории. Это соседи, которые оставляют мусор. У лифта он пахнет долго, его не выносят. Вот как у меня было показано, мусорные пакеты, которые в урну кладутся рядом с подъездом. Это действительно... Вот это реальный контейнер с моего двора, да, к которому нужно пробраться сквозь тернии к звездам. Это вот та реальная проблема, которая меня натолкнула на вот эту идею. Тогда следующий вопрос. Как вы будете оценивать качество услуг, которые будут предоставлять люди, получившие паспорт? Вы будете следить по камерам, что они донесли пакет в нужное место? Расскажу принцип работы приложения. Когда заказчик оформляет заказ, да, помощнику это поступает на мобильный телефон, он его принимает. Дальше в приложении указана квартира, по которой должен подойти помощник, подходит к домофону, звонит в домофон, представляется, что он помощник, привет, пакет, его пускают в подъезд. Когда он подходит к двери, нажимает «мусор забрал», у него сразу открывается камера без возможности выбора фотографии из галереи. Он с ним обязан снять пакет у двери. Дальше он, собственно, с этими пакетами идет к мусорному контейнеру. Как только он подходит к мусорному контейнеру, включается кнопка «Готово». Да, то есть он может завершить заказ. Мы работаем активно и расширяем базу именно вот конечных точек, где находятся мусорные контейнеры, и только тогда, когда он подойдет к мусорному контейнеру, активируется кнопка «Готово». Нажав на кнопку «Готово», он включается опять же камера, и он снимает мусорные пакеты с мусором у контейнера. Заказчику, соответственно, приходит фотография, что его мусор доставлен к контейнеру, и, соответственно, приходит квитанция. Мусор в начале, мусор в конце. Я как профессиональный инвестор всегда смотрю на цифры, но вы не назвали ни одной цифры. Можете рассказать чуть более подробно, сколько платит клиент, сколько получает исполнитель, сколько вы тратите на маркетинг на один заказ? И работает ли вообще бизнес-модель? Вынос мусора – это 2 пакета, да, у помощника 2 руки, 2 пакета, стоит 29 рублей. Ценообразование происходило таким образом, что для себя мы определили, за что мы готовы вынос мусора, да, сколько я за него готов заплатить. Эта цена должна быть меньше стоимости проезда, то, что мы тратим каждый день, меньше стоимости бутылки воды, которая на столах у нас стоит. Адекватная цена. Также, исходя из того, сколько может получать помощник, да, сколько вот этот подросток, сколько минимально он может зарабатывать, и исходя из этого уже мы устанавливали цену в 29 рублей. Ольга, может, у вас есть вопрос? А много у вас действующих клиентов в Петербурге? 3. Пока 3.
Пока те рекламные кампании, которые у нас были, да, это, соответственно, вот такой конверт с пакетом внутри, логика какая, да, чтобы человек вынес мусор, нужно дать ему в чем вынести мусор. Мы провели сэмпл-рассылку по почтовым ящикам, она сработала не очень. Дальше просто мы оторвали свое место от места и пошли к мусорному контейнеру. Человек несет мусор на помойку, о чем он думает, поскорее, как бы поскорее от него избавиться. Там мы, собственно, со своими клиентами и познакомились уже более детально. Услышали и как отрицательные отзывы, да что вы бросите, платить за это буду, как и действительно восторженные, нифига себе такую штуку придумали. Тогда можно еще раз вам верну вопрос Алексея, а что вы-то хотите от профессиональных инвесторов? 3 клиента и бизнес-то где? Пока еще 3 клиента. Нам необходимы средства для распространения сервиса, для увеличения его стабильности и для расширения зоны покрытия. А сколько стоит у вас привлечение, как вы считали, сколько стоит привлечение одного клиента и по бизнес-модели? Как долго минимум он должен пользоваться вашим сервисом, чтобы отбить, так сказать, расходы на его привлечение? Те суммы, которые есть на данный момент, это 150 рублей за привлечение одного клиента. 150 рублей, то есть 5? Ну, как минимум 6-7 заказов, и он отбивается. Ага. А сколько из 29 рублей вы платите исполнителю? Комиссия сервиса 30%. 30%. То есть на самом деле вам нужно не 5 заказов, чтобы отбить привлечение? Несколько больше. А 15, правильно? Ну, в 3 раза больше. Угу. То есть он должен 15 раз заказать подряд, чтобы просто отбить привлечение? Полмесяца, да. Угу. Полмесяца. Из тех 3 клиентов, ну, конечно, это не статистика. Да? Пока еще. По крайней мере, вы наверняка догадываетесь, какой статистике вы должны, ваши эксперименты должны вас привести для того, чтобы имело смысл продолжать исследование этой бизнес-модели. Какой, кстати? Сколько должно быть чего, чтобы модель сошлась? По бизнес-модели у нас должно быть как минимум 1000 заказчиков, ежедневно пользующихся нашим сервисом в месяц. И это число должно увеличиваться каждый месяц на 1000. Понятно. Понятно. Роман, у меня от меня вопрос есть. Скажите, а куда вы направите те средства, которые вы привлекаете, и сколько, в принципе, вы собираетесь привлечь средств, и какую долю от компании вы готовы за это отдать? Та сумма, которую мы планируем привлечь, это порядка 25 миллионов рублей. Это та сумма, которую мы потратим на развитие сервиса, да, на его расширение зоны покрытия, на увеличение штата разработчиков и повышение стабильности системы. Намного интереснее работать и будет значительный стимул работать, когда ты будешь получать даже там 1-10% от миллионного оборота, да, чем 100% от нуля. Коллеги, вы знаете, я, наверное, скажу некую рекомендацию, что, конечно, проект может быть действительно актуален для больших городов, но он требует большей проработки, потому что вы говорите, что вы у непосредственных точек вкладывания мусора в контейнеры опрашивали своих там клиентов, сколько их, я вот это не услышала, потому что мне кажется, что выборка опросная должна быть там, ну, не меньше 1000 клиентов для того, чтобы доказать, что это действительно там 29 рублей. То есть если клиент готов платить за это, то я не уверена, что студент в 14-16 лет готов за такую работу получать такую оплату. То есть это надо доказать. Ну, гипотеза пока не подтвердилась. Это первое. И второе, мне кажется, то, что вы говорите, очень хорошая идея, что в перспективе это такой обширный экологический проект. Мне кажется, надо это уже закладывать изначально. Да, может быть, не в этом году, но через 3 года вы уже должны не как идею это предоставлять, а как уже текущую бизнес-модель. Та же сортировка мусора. От кого она должна исходить? Из того, кто пакет предоставляет, или тот человек, который его донесет? И так далее. То есть чуть-чуть больше надо додумать, мне кажется. Но на эти вопросы у меня, в принципе, есть ответы, да, кто будет уже сортировать и как мы к этому будем двигаться. Роман, сейчас я извиняюсь, это обратная связь, мы ее как бы хотим, чтобы вам дали инвестора, да, а вы уже потом, да, у вас будет минута для того, чтобы как-то ответить на все. Извините. Совокупно. Алексей, резюме какое-то можете подвести? Непростая тема. Известно, что у нас в подъездах, в тех самых домах, которые наиболее ваши целевые дома, дружба между соседями
как класс отсутствует, люди очень близко к себе не подпускают. Маркетинг в подъездах – самая сложная, наверное, вещь, потому что это то место, где человек не готов к контактам, вообще отстанет от меня. Только, может быть, у мусорного бака, и то изредка вы можете поймать. Поэтому удачи проверить тему, как вы до него доберетесь там, в этих подъездах, вам там нужно добраться. Я думаю, вот если шире смотреть, эта тема могла бы иметь вполне место, но не как отдельная бизнес-модель, которую вы сейчас рассказываете, а как дополнение к вообще программе сбора мусора в принципе. Например, как в Европе. Там есть подписка, например, в Англии. Вы не можете выбросить мусора больше, чем определенное количество. Вот у вас подписка такая, она государственная. Вы за это платите каждый месяц, вы можете увеличить. Но если вы чуть-чуть больше мусора имеете, то кладите куда хотите. В общем, в соседний ящик нельзя. Вас сразу заложат, с вас денег возьмут, штраф заплатите. Вот когда такое давление, ну, экологическое давление со стороны государства, вот тут вы окажетесь очень кстати. То есть нужно смотреть на более широкую модель, на более вертикально интегрированную историю. Но когда это в этой стране до этого дойдет, пока неизвестно. Но есть Калужская область. Там есть удивительные эксперименты, это правда, да? И может быть, в каком-то из населенных пунктов там можно про это договориться. В Москве, я не знаю, не уверен. А у нас 2017 год был годом экологии или 2018? Жалко прошел. Да, надо обратиться к тем, кто проводил год экологии в нашей стране. Может быть, эти идеи как-то можно... Да. Год экологии тоже стал драйвером своего рода. Ну вот... Да, но здесь еще есть действительно мусороперерабатывающие заводы, которые закупают это вторсырье, и поэтому здесь можно еще проработать, что клиент не только тот, кто 29 рублей платит, а уже крупные игроки. Вы провайдер последней мили по мусору. Ну, понятно, один из, кстати. Теоретически. Мне кажется, на B2C модели, когда вы привлекаете клиента, она у вас не будет работать, потому что невозможно окупить затраты на привлечение на таком низком среднем чеке. Согласен. И такой низкой комиссии. Возможно, из идей вам стоит перефокусироваться на B2B модель. Сейчас есть много компаний, которые делают мобильные приложения для управляющих компаний, для жильцов. И через эти мобильные приложения можно предоставлять жильцам дополнительный сервис. Когда таким образом вы затраты на привлечение клиентов вы опускаете до нуля, вы просто занимаетесь самой услугой. Спасибо. Мне кажется, очень ценная обратная связь. У меня, знаете, такой вопрос от себя. Я вот стою и думаю, а воспользовался бы я этой услугой или нет? Наверное, ради интереса я бы воспользовался. Как вы считаете? Я бы воспользовалась, но я бы, может быть, не стала за 29 рублей выносить этот мусор. Честно, я сама бы нанесла просто так. Я бы воспользовался, если бы я выбрасывал холодильник, допустим. Достаточно тяжелый. Кстати, еще один рынок крупногабаритного мусора. Да, можно. У вас есть одна минута, чтобы с учетом обратной связи наших инвесторов что-то прокомментировать. Спасибо большое за обратную связь. Было очень приятно слушать компетентное мнение, да, о проекте. Может, не на все вопросы я ответил до конца. По выносу строительного мусора, да, от таких сервисов очень много, и их действительно можно объединить под такой сервис. Да, мы в эту сторону тоже думаем. Другой вопрос, что в России это мало возможно. Вот здесь присутствует новаторство, да, которое хочется им сделать именно в России, чтобы именно в России запустить вот это правильное мышление о том, как нужно обращаться с теми отходами, да, которые мы производим в процессе там, своей жизни. И именно можно начать и с Запада, да, и потом попробовать перенести сюда. Спасибо. Можно попробовать так. Спасибо, Роман. Спасибо. Успехов вам. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Это прекрасная возможность рассказать о своем проекте инвесторам, людям, широкой публике, чтобы привлечь внимание к проблеме мусора. Да? Тем более сейчас она как никогда стала актуальна. Да? Прошел год экологии, но проблема мусора стала актуальна только сейчас. Также будем продолжать стучаться во все двери. Да? Для нас нет слова «нет». Будем стучаться во все двери, какая-нибудь откроется. Но, естественно, принимая во внимание те рекомендации, которые получили от инвесторов. Господа инвесторы, как вы оцениваете перспективы этого проекта? Мне кажется, что он, конечно, еще слабоват с точки зрения проработанности цифр и оценки клиентов, и
как мы здесь обсудили, что не только B2C является, да, там, целевой аудиторией. Но мне кажется, что с учетом того, что наша страна обязана уже входить в новый режим ответственного отношения к мусору, этот проект мог бы стать локомотивом такого движения. Но я бы порекомендовала проекту, может быть, изменить немножечко там, слоган «Не, никогда не выноси больше мусор», а чуть больше позитива, что «стань ответственным за свой мусор», и тем самым, может быть, заставить уже потребителей как-то вот сортировать свой мусор. И как раз в контакте с теми людьми, которые будут забирать этот мусор, это, ну, уже стыдно такой какой-нибудь грязный пакет отдавать из рук в руки, и позволит выйти на новый уровень всем. Как у любого маркетплейса, у них есть сторона спроса и сторона предложения. Со стороны спроса я бы не инвестировал, потому что я не вижу такой проблемы, как выносить мусор. А со стороны предложения они конкурируют за исполнителей с другими сервисами, с курьерами Delivery Club, с исполнителями на еду, с таксистами, потому что исполнитель, он может работать где угодно. И когда они обеспечивают исполнителю за один заказ всего 20 рублей, то они не конкурентоспособны, они никогда не соберут достаточную массу исполнителей. Ольга, ваше мнение? Ну, с точки зрения маркетинга, если обсуждать конкретную историю, то, конечно, такое количество инвестиций в одного пользователя, который будет пользоваться сервисом, это нереальная история. Кроме того, мне кажется, что сыроват само восприятие этого проекта, потому что даже когда человек говорит, может быть, возможно, мы подумаем, это невозможно сделать и так далее, у него везде можно и возможно, и невозможно. То есть он сам понимает или не понимает, и это очень чувствуется. У него нет уверенности, как он там убедит, чтобы стать клиентом, как он убедит, чтобы человек вносил мусор за эти деньги. Я согласна с Женей, что когда речь идет, ну, про такие маленькие деньги, вряд ли кто-то будет работать на таких условиях. Алексей? Я вот ценю патриотические порывы, это прекрасно, очень хочется что-то сделать большое, но я вас уверяю, не по плечу маленькому стартапу на, в общем-то, сид-капитал вытянуть смену мышления в стране, которая масштабно не готова к определенному отношению. Я бы все же, да, настаивал, что если у них руки сделаны с нужной стороны, есть хорошая команда, есть английский язык, есть страны, где этот спрос есть. Вот прямо вот этот спрос есть прямо с нормальными деньгами. Можно ехать, пытаться делать там. Там есть акселераторы и так далее. И потом оттуда переприходить сюда, если денег будет много, а патриотический порыв сохранится, можно будет попробовать, так сказать, дивиденды инвесторов один раз спустить не на инвесторов, а вот на патриотический порыв. Может быть, это откроет новый рынок, может быть, к этому моменту страна дозреет. А ты считаешь, что они будут конкурентны где-то там, если они еще не доказали это здесь? Не считаю. Там им придется начинать сначала, но там совсем другой рынок. Там он есть. Там 200 или 150 фунтов в месяц рынок мусора с одного домохозяйства. Это серьезная сумма. Там есть что брать, есть куда вклиниться. И можно попробовать разные вещи. Плюс есть спрос. Вот я не знаю, ну, во Франции, кстати, тоже есть. И в Англии, и во Франции. Именно в больших городах, там, где все скучно. Там, где деревни, там, конечно, все попроще. Можно попробовать там. Если там не взлетит, то уж тут точно не взлетит. Вот примерно так. Спасибо, спасибо. Ну, на мой взгляд, на самом деле, рынок мусора – это большой рынок по объему денег. Сама модель бизнеса, она есть у таких компаний, как Юду и подобных компаний, и Delivery в том числе. Вот если у ребят получится хоть как-то это соединить, то, ну, это будет некой возможностью для того, чтобы додумать это, может быть, докрутить модель бизнеса. Но, тем не менее, молодцы, не боятся, приходятся, презентуют, надеются, делают и так далее. Я благодарю вас за экспертное мнение, и мы переходим к третьему участнику. Я Антон Зиновьев. Вы смотрите проект Start Money на телеканале WPC. Это проект, на котором встречаются стартапы и инвесторы. На очереди третий участник нашей сегодняшней программы. Это Владислав Ронзин со стартапом Mangelo Connected Technology. Это облачная платформа и оборудование для каршеринга. Владислав, добрый день. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Я вам напомню правила. И у вас есть 3 минуты для того, чтобы презентовать свой проект. И по итогу коллеги, инвесторы зададут вам уточняющие вопросы. Вы готовы? Да. Тогда поехали. Еще раз добрый день. Меня зовут Владислав Ронзин. Я генеральный директор компании Mangelo Connected Technology, провайдера технологий для управления полным спектром бизнес-процессов сервисов каршеринга. Компания образовалась 2 года назад на фоне бурного роста сервисов
подобных сервисов во всем мире. И в настоящий момент платформа Mangeo представляет из себя программно-аппаратный комплекс, состоящий из автоматизированного бэк-офиса для работы диспетчеров, для работы различных служб, готовых шаблонов, так сказать, white label мобильных приложений, сайта, а также оборудование, которое компания наша производит. Также компания наша сама производит и оборудование, установленное в автомобиле. И в настоящий момент это некая такая синергия технологии, софтверной технологии, как мы говорим, железячной, что позволяет молодым компаниям, стартап-компаниям, которые хотят открывать подобный сервис, быстро, без серьезных затрат, на старте получать достаточно комфортные для себя и ценовые условия по входу, не затрачивая большие средства на написание софта, на разработку железа, на интеграцию и так далее. Собственно, в Москве сегодня порядка 7 тысяч автомобилей используют подобную технологию. Из них 50% основные игроки используют нашу технологию на 100%, либо частично. Мы предлагаем как подключение под ключ, как коробочное решение, так и интеграцию частично, возможно, только оборудованием, возможно, оборудование плюс сервис. Есть разработанные API и так далее. Тот же самый бурный рост наблюдается и на глобал-маркете. Мы видим, что на сегодняшний день отличие от российского и московского каршеринга, где бизнес этот ведут профессиональные инвесторы, на западном рынке выходят уже автогиганты. В своей бизнес-модели, то есть в своей работе с клиентами, мы основной упор делаем на аутсорсинг технологии IT для того, чтобы компания-оператор занималась автопарком, занималась своим маркетингом, занималась привлечением клиентов больше. Компания Платформа Mangeo имеет ряд различных сателлитных применений, то есть это помимо классического, так скажем, паблик каршеринга, мы работаем в направлении каршеринга корпоративного, платформа может работать с классическим прокатом, платформа может работать с байк-шерингом, платформа может работать с peer-to-peer-шерингом. Рынок здесь гораздо... Время стекло. Спасибо, Владислав. Три минуты пролетело. Сейчас будут вопросы от инвесторов, и потом у вас еще будет небольшое время для того, чтобы донести то, что вы не успели в отложенные три минуты. Коллеги, ваши вопросы. Давайте, может быть, с бизнес-вопросов начнем. Какие сегодня результаты показывает компания? Не докрутила слайды. Текущий портфель... 6 компаний в Москве, ряд компаний на периферии, но там не сильные успехи, там компания только начинает работать. Финансовый результат за прошлый год, выручка составила порядка 40 миллионов. При всем при этом рост за вторую половину прошлого года он составил где-то процентов 70. У нас произошли изменения, скажем так, в структуре предоставления нашей услуги. То есть мы перестали опираться в то, что мы предоставляем только пакет. То есть пакет – это сразу и оборудование, это и софт, это подписка. Модель SaaS, она подразумевает некую абонплату. Абонплата должна быть комфортной. Мы ушли с прайс-листа, который был жестко привязан на наши интересы, к прайс-листу, который мы привязываем, к возможностям компаний. Потому что две компании, которые видите, вот первый Делимобиль и Белка, обладают автопарком, который перекрывает все автопарки вообще всех московских компаний. Соответственно, они могут себе позволить содержать и штат, и имеют уже и выручку, имеют уже и наработанную клиентскую базу. Компания, которая открывается в Москве, по той финмодели, которую мы в качестве консалтинга тоже предоставляем, нам показывает, что бизнес начинает работать с 200 машин. Меньший автопарк, он на старте требует таких же вложений и в операционке требует таких же издержек, сколько и автопарк в 2000 машин. У вас написано, что требуются инвестиции для выхода на международный рынок. А на какие страны вы смотрите? Да.
Самый ближайший для нас рынок перспективный, который мы считаем, это Германия. Мы понимаем, что ближайшие к нам соседи, которые сейчас уже обращаются к нам, изучают нашу платформу, мы не будем этот рынок там захватывать с нуля. То есть, по сути, у нас получается там готовые клиенты из тех, кто хочет перейти конкурентным переходом с поставщика услуг европейского, который в разы там дороже. Мы предлагаем уже довольно-таки продвинутую с точки зрения отработанных здесь в московских реалиях, да, когда машине требуется полностью защита, когда инвестор каршерингом в России занимается в основном профессиональные инвесторы, когда он машину свою не видит, но хочет, чтобы его имущество было сохранено. Оборудование может самостоятельно решать определенные внутри алгоритмы, оно программируется, чем мы, собственно говоря, облегчаем нагрузку и на серверную часть, и, по сути, вся наша платформа может в облако легко на легких серверах разместиться где угодно. Мы не облагаем оброком, да, включенным в цену за содержание там, этих серверов, какого-то штата и так далее, так далее. Я бы задал вопрос. Если смотреть на текущую структуру вашей выручки, то сколько приходится из нее на разовое внедрение, сколько приходится на выручку, которая постоянно вам платит компания? И если взять какого-то клиента тоже на примере, с которым вы давно сотрудничаете, допустим, там Белка Кары или Делимобиль? В основном это подписка, потому что стартовая интеграция у нас она чисто символическая, чтобы компания понимала, что она входит в серьезный бизнес. Вся технологическая, вся IT-часть, она сдается в аренду, и она, собственно, наши эти затраты, они окупаются уже в процессе абонплаты. Единственное сейчас, что мы хотели бы предусмотреть именно на европейском рынке. Значит, что такое вот этот стартап каршеринга? Первое, основное, что бросается в глаза инвестору или начинающему предпринимателю. Так, мне нужно написать дорогущий софт, да, мне нужно купить машину. В принципе, мы хотим добиться того, чтобы компания платила нам абонплату и не вкладывала изначально ничего. Европейский рынок, модель будет входа, на наш взгляд, такая, не в лоб, не открывать там какой-то глобальный офис. Мы хотим найти партнера по модели Share Revenue, что-то типа тоже телематической компании, которая будет разбираться в оборудовании, которая нам будет помогать там осуществлять техподдержку на месте. И это будет одним вот из основных, наверное, ключевых моментов, потому что компании, которые недовольны сейчас поставщиками услуг от наших ближайших конкурентов, они говорят о том, что очень неудобно работать с компанией, которая себя не локализовала хотя бы как-то. Спасибо. Алексей, у вас вопрос? Да, у меня вопрос вот какой. Я вижу, что как на рынке много появляется компаний, которые занимаются каршерингом, и они отличаются друг от друга маркетингом. Вот в этом они в основном соревнуются. И было бы прекрасно, если бы кто-нибудь позволил им, подобно вам, решить вопрос вот с этим софтом и с тем, каким образом увязать машины. Если пошире посмотреть на этот вопрос, то на самом деле там же есть дилеры и производители автомобилей, которые почему-то не договорились пока про стандарт, стандартизации вообще, вот этой всей функциональности. Потому что как только он появится, в общем, этот бизнес у многих этих маленьких производителей пропадет. А появится он, скорее всего, в тот момент, когда один из них, из производителей, или их консорциум догадается купить одного и из него сделать стандарт. Я плавно вас пододвигаю к вопросу, а экзит-то у вас где? Вот, где деньги-то заработали? Да, именно выход. История успеха сейчас такова, что последние сделки на этом рынке, они происходили как раз между автопроизводителем и крупным игроком, крупным поставщиком. Но никакого стандарта, к сожалению, может быть, к счастью, пока никого не появилось, просто эти компании просто исчезали. Огромный монстр, на наш взгляд, компания Vulog, которая была там родоначальником вот этой SaaS-технологии, вот этой платформы, она растворилась в компании Enterprise и просто работает где-то там внутри. А компания Enterprise свой каршеринг никаким образом не развивает, потому что они чистые прокатчики. Вы не понимаете. Я, как будучи инвестором компании, про которую вы сейчас говорите, который в какой-то момент купил большой Enterprise, был бы полностью счастлив. Потому что я вернул деньги с такими иксами. Мы вот здесь сидим, для чего? Мы же смотрим на вас с надеждой, что вы нам подскажете, что мы сейчас к вам положим денег, а у вас там план. Будет икс. Вот. А для этого скажите нам, с какими же производителями вы уже или собираетесь бы же войти в контакт с производителями или страховыми компаниями, правильно? Они продали в страховую компанию всю эту историю. Да. За 70 миллионов. Копейки. Кстати, нам хватит. Хорошо. А мы тогда вам дадим денег, если вы нам покажете какие-то MOU с ними и так далее. Это реально серьезный вопрос. Есть переговоры с компанией Toyota, есть переговоры с компанией
У Toyota есть несколько, я так понимаю, однофамильцев. Есть там Toyota Tsushi фонд, есть Toyota, есть переговоры с компанией Porsche. Но сейчас мы говорим немножко о развитии в более широком смысле, потому что все-таки вот то, что мы сейчас называем каршеринг, он лежит в некой, живет, развивается в некой в этой экосистеме Connected Car. Все, что двигается, да, все, что можно подключить, с чего можно снять данные, с чего можно управлять, это может быть и байк, это может быть и велосипед, это может быть там и какой-то грузовой какой-то автомобиль. Вопрос есть в том, что у автопроизводителя заинтересованность должна быть внутри стандартизировать хотя бы свои машины, как это сделала Volvo, да, с бесключевым доступом. Тогда достаточно подключиться к платформе Mangeo и получить полностью управление, добавить сюда социум. Да, и эта платформа выйдет, потому что итерация следующая Mangeo – это все-таки peer-to-peer. Это огромный массовый рынок, где пока просто недостаточно унифицированной, разработанной железки, как мы ее называем, для того, чтобы исключить встречу владельца авто с желающим на ней прокатиться. Хотим сделать, чтобы этот бизнес был полностью онлайн. То есть сейчас в этом направлении тоже работу ведем. Спасибо. Ольга, ваш вопрос. Ну, на самом деле, вот Алексей его немножко отчасти задал. У меня такое ощущение складывается, что вы смотрите на рынок вот B2C в большей степени, а инвесторам интересна больше, глобальная история. Но при этом вы говорите о том, что вы хотите международный рынок. Международный рынок – это, вторая цель помимо денег. То есть вы считаете, что международный рынок будет для вас генератором? Несомненно, да, потому что здесь большая разница между тем, как бизнес ведется в России, каршеринг, и бизнес, который ведется на Западе. Вы понимаете, что для вас целевой рынок? Мы понимаем, что сейчас то самое время, когда мы можем туда прийти и не то, что получить часть клиентов, которые уже готовы отключаться от тех устаревших платформ. Мы говорим о том, что здесь рынок – это Москва в первую очередь, и это глобализация. Это вот Яндекс, который сразу 750 машин выкатил. Это Белка с 2000 машин. И завтра они тоже смотрят на то, чтобы выйти. Маленьким компаниям здесь не очень комфортно живется. В той же Европе основной бизнес делают не профессиональные инвесторы, а небольшие компании. По 200, по 300, по 500 машин автопарк с одним владельцем, который считает каждую копейку. И который не будет расширяться в тысячный автопарк. А что такое расширяться в тысячный автопарк? Это история там с Делимобилем, который в итоге сказал, что мы будем платить 2 миллиона за абонплаты, мы напишем свою платформу. Сели, написали. Понятно, там это можно говорить о том, что это участь или какая-то наша маркетинговая недоработка. Нет, у них просто внутри такое понимание, что у нас все должно быть свое, пусть оно плохое, но оно все наше. Спасибо. Так далее. Господа эксперты, давайте подведем какое-то резюме. Может быть, кому-то из вас интересен данный проект, и вы готовы продолжить общение. Я, наверное, скажу, потому что, к сожалению, по мандату нашего фонда вы никак не подходите, потому что у нас фокус все-таки на социальные проекты. Но при этом видно, что вы действительно успешный работающий бизнес. И я бы рекомендовала коллегам как раз более внимательно изучить ваш кейс. Спасибо. Алексей. Да, у меня фидбэк такой практический, да. Я вот смотря на кейс с Brightbox и смотря на то, что капитал, он всегда двигается к консолидации, то есть когда образуется много маленьких компаний, точно какую-то из них выбирают инвесторы, и она начинает жрать все остальные. Какую-то часть компаний они таким образом съедают, в смысле покупают, а какую-то часть компании говорят, нет, мы вас покупать не будем, вы сами умрете, а мы ваших клиентов заберем. То есть консолидация все время имеет место. И вы сами говорите о том, что когда происходит консолидация, например, Делимобиль, вас выбрасывают и пишут свой софт. Правильно? Вот куда, в принципе, все идет. То есть там, в моем понимании, там тупичок. Но в моем понимании ваше стремление к международной экспансии, если придать ему правильный смысл, это мое частное мнение исключительно, я не претендую даже на совет, да? А смысл международной экспансии в том, чтобы засветиться в списке компаний, которые оказались важны для того, чтобы иметь вход и вес в глазах Toyota и прочих Camry. И страховых компаний, обратите на них внимание, они очень сильно переживают. Может быть, вы бьетесь за своего клиента, за B2C, за то, чтобы доказать людям, что они peer-to-peer. Да весь peer-to-peer будет покушен автодилерами.
модель продажи автомобилей напрямую, вот как нам сейчас в рознице, она отмирает. Ну, перестанут покупать так машины. Соответственно, будет прямая связь между компаниями, которые делают каршеринг в форме или такси, или какие-то эти формы перемешаются все точно, и производителями. А вы-то тут где? Вы либо туда давайте, либо туда давайте. Сейчас очень короткий, на моем понимании, этап, в котором вы можете еще успеть засветиться так, чтобы продаться какому-нибудь серьезному товарищу. И смысл бизнеса здесь не доказать всему миру, что вы та компания, которая можете развиться и стать самой главной C2C-компанией. Нет там этого пути. При укрупнении вас где-то оставят за бортом, если только вас не купят. Так вот, к этому надо стремиться. И все действия должны быть в этом направлении, в моем понимании. Если так, то будет тема. Adventure – не тот фонд, конечно, который инвестирует в эти конкретные модели, но мы очень глубоко в Uber, ну, в Uber-образных моделях, да? Как, кстати, у вас поживает наш Delivery Club? И я могу сказать, что есть зато Лето Капитал, который инвестировал в Brightbox. Они вот этот весь путь знают глубоко и точно, они все продали. Есть у вас с ними контакт уже или нет, это можно обеспечить. Вот эта спасибо. Тема. Коллеги, если есть желание подвести резюме, то можете высказываться. Если бы я стартовал свой каршеринговый бизнес, определенно я бы пошел к вам, чтобы спасибо. Не тратить деньги на разработку нового продукта. Но на данный момент у вас всего 6 клиентов из каршеринговых компаний, и в Москве сейчас 15 клиентов, и наверняка они будут консолидироваться, останутся несколько. И у нескольких компаний, у них будет желание все перевести внутрь себя, чтобы, поскольку это достаточно core для них, как технология. И если у вас так мало клиентов, этот бизнес достаточно высокорисковый. Мне нравится то, что вы хотите идти в peer-to-peer, где меньше концентрация потенциальных пользователей. Если у вас там получится, потенциально может быть большим бизнесом. Спасибо. Спасибо. На мой взгляд, я согласен с Алексеем Прокофьевым. Основная опасность – это производители, которые могут интегрировать программное обеспечение в свои автомобили и дотянуться напрямую до клиента с помощью подписки. Мы сейчас видим это у Volvo, у Porsche. Окно возможностей очень маленькое. Угу. Коллеги, какое-то резюме мы подвели. Может быть, у вас, Владислав, есть желание высказаться по итогам этого резюме, по итогу обратной связи, которую инвесторы вам дали. В общем, что вы считаете? У вас минута. В общем, да. В общем, амбиций много. Амбиций на экспансию на зарубежные рынки. Мы видим в себе силы. У нас хороший бэкграунд. Нас выбирают крупные компании, у нас хорошие оценки от экспертов в нашем сердце, у нас хорошая модель SaaS. И я вижу, что довольно толковая команда, с которой мы, собственно говоря, справимся со всеми целями, которые мы себе ставим, и с технологическими, ну и с маркетинговыми. Надеюсь, совместно с инвестором, который будет не просто инвестор, а у нас будет какой-то smart money, то, что мы хотим, поможет нам грамотно распределить наши усилия, возможно, да, и направит нашу энергию в более нужное русло. Спасибо большое. Желаем вам удачи. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всегда полезно услышать мнение профессионалов, мнение экспертов, взгляд со стороны. Надеюсь, что я донес всю идею. Что восприняли достаточно все позитивно. Критика, конечно же, присутствует, и я так думаю, мы сделаем определенные выводы в дальнейшей стратегии нашего развития. Приятно, что сама концепция, сама технология, сама идея, да, нашего бизнеса всем понравилась экспертам. Немножко подкорректировали, возможно, наши цели стратегические, но мы посмотрим, это все идет, в принципе, не вразрез с нашими же целями, с нашими же идеями. Ну, хотелось бы, естественно, воспользоваться возможностью рассказать о своем проекте максимальному количеству людей, инвесторов. Надеемся, что с помощью этого проекта мы получим какой-то контакт. Возможно, сама цель всех инвестиционных наших презентаций, да, всех
наших инвестиционных мероприятий – это найти инвестора, найти смарт-мани и идти дальше, двигаться к цели. Я Антон Зиновьев. Вы смотрите «Старт Мани» на телеканале WBC. Это площадка, на которой встречаются инвесторы и стартаперы. Коллеги, предлагаю обсудить проект Владислава, Мангео. Что вы думаете? Есть ли у него будущее? Какие перспективы? Можно я скажу? Мне кажется, что это касается не только Владислава, но вообще проекта в целом, что все смотрят несколько на свой проект и на этот бизнес локально. Ну, скажем так, профессиональному инвесторскому экспертному сообществу видится более глобально и более дальняя перспектива, чем они видят, вот мне нужны деньги сейчас, я потрачу вот здесь. И возможно, что прежде всего коллегам нужно обратить внимание на те комментарии профессиональных инвесторов, чтобы понять, ну, как будто эту долгосрочность своих перспектив и отсюда, ну, может быть, какие-то вещи перестроить, потому что это заметно, и, ну, это будет камнем преткновения, мне кажется, у многих стартаперов. Ну, здесь я, наверное, соглашусь с Олей, то, что это вообще проблема и беда многих бизнесов, когда они живут вот здесь и сейчас, и не могут оценить вот риски долгосрочно, там, в стратегии, там, плюс 5 лет. Вот, и здесь, конечно, я там с коллегами соглашусь, что здесь надо понимать, где может быть ограничение в рынке. Алексей? Ну, в общем, мы сходимся в едином мнении. Серьезный достаточно проект, пусть еще в такой стадии, в которой он как бы небольшой, у них доходы не превышают расходы, прямо скажем, что нормально. Но видно, что это не стартап, как бы уже, да? То есть это стартап в том плане, что туда нужно очень быстро сейчас занести денег, очень быстро решиться, в каким путем идем, потому что второго шанса в том окне возможностей, которое сейчас есть, у них уже не будет. То есть либо выстрелили и правильно выстрелили, либо уже поздно, уже кто-то другой его купили, а не их. И сфокусироваться надо не на причинении безвозмездной пользы человечеству в данном случае, а на конкретных экзитах и на конкретном увеличении стоимости компании под эти сделки. То есть из этого должно исходить понимание, какие мероприятия нужно делать, с какими клиентами взаимодействовать, что для них делать платно, что бесплатно, и кому при этом пускать пыль в глаза из будущих покупателей, и каким техническим образом это делать. Для этого нужно брать серьезного, умного инвестора, который ты уже проделал раз, а желательно два, а лучше всего 3 или 4 раза. Там можно сделать 100x, как некоторые. Спасибо. Алексей Милевский. В текущей бизнес-модели, наверное, сложно в них инвестировать, потому что она не совсем масштабируема. Но согласен с Алексеем, что им действительно нужен смарт-мани инвестор, который поможет им нащупать новую бизнес-модель. И у них есть несколько хороших направлений развития и поможет им сориентироваться на потенциальный экзит и двигаться в том направлении, чтобы он был реализуем. Коллеги, может быть, кто-то знает, кого из инвесторов порекомендовать Владиславу? Кто более профильный, фонд или частный инвестор, может быть? Ну, я бы рекомендовал поговорить с Александром Чичава, Лето Капитал. Поскольку он это упражнение уже проходил, и он точно нащупал что-то, судя по иксам, которые он там сделал. Наверняка не только он, то есть не надо замыкаться на одном инвесторе, всегда должно быть несколько. Но не надо также устраивать вот эти супертендеры межинвестиционные, которые инвесторы... Кружок-то маленький, да? Все мы друг друга знаем и не любим. Помимо Леты, я бы посоветовал поговорить с производителями, с OEM-ами. Многие из них сейчас делают свои инвестиционные подразделения, которые в такие проекты как раз могут инвестировать. Спасибо. Ну, на мой взгляд, проблема любых проектов B2B – это то, что ты до конца не удерживаешь правила. Когда ты делаешь проект B2C, то ты понимаешь потребность клиента, ее считываешь, настраиваешь тонко продукт, и у тебя тысячами транзакций идет, ну, условно, одобрение того, что ты сделал, покупка твоего продукта. А когда ты встраиваешься в чьи-то правила, то это, так скажем, риск. Это ты зависишь от этих правил. Спасибо большое. А мы готовы к четвертому нашему участнику, к его презентации. Ждем нашего нового участника. На очереди четвертый, заключительный на сегодня проект. И его основатель Глеб Вирлов. Это стартап TrueView, достоверные отзывы как сервис. Добрый день. Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые эксперты. У вас есть 3 минуты, по истечению которых
наши эксперты, инвесторы зададут вам дополнительные вопросы, и вы уже сможете ответить более подробно именно на те вопросы, которые вам будут заданы. Да. Вы готовы? Да. Тогда начинаем. Еще раз добрый день. Меня зовут Глеб, я представляю TrueView. Мы предлагаем достоверные отзывы как сервис. По данным ежегодного опроса, 97% потребителей читают отзывы перед покупкой, и почти 80% читали фейковые отзывы в прошлом году. В настоящее время мы сфокусированы на учебных курсах, потому что там есть нерешенная проблема и растущий рынок. Также у команды имеется больше опыта в данной сфере. Сейчас большинство поставщиков курсов либо не предоставляют информацию об отзывах, либо из отзыва невозможно определить, кто действительно и когда проходил курс. Потребитель при выборе вуза может обратиться к международным или российским рейтингам. При выборе курсов дополнительного образования такой возможности нет. Порой кажется, что с цифрами просто играются. Иногда даже советы друзей в Фейсбуке не помогают. А еще нужно разбираться, какие из отзывов фейковые. Тренд на факт-чекинг растет как на дрожжах, и это подтверждает результаты наших проблемных интервью. Все нам говорят, нужно разбираться, фейковый отзыв или нет. Мы помогаем авторам и агрегаторам курсов быстрее привлекать и удерживать клиентов, решая проблему достоверности отзывов. Наши клиенты — авторы онлайн и офлайн учебных курсов. Они сами продвигают свои курсы через собственный сайт и агрегаторы курсов. Большинство из них заинтересованы в наличии отзывов и особенно в наличии рейтинга курсов. И они готовы платить за это. Мы использовали два подробных исследования. Рынок дополнительного образования в России составляет 150 миллиардов рублей в год. Мы хотим привлечь 1% авторов курсов на нашу платформу со средним чеком 7200 рублей в год, что должно принести нам 36 миллионов рублей в год. Конечно, есть похожие сервисы, платформы отзывов. Они специализируются на товарах и услугах. Мы специализируемся на учебных курсах и достоверности отзывов. У курсов, в отличие от товаров, есть множество версий, что также будет представлено в TrueView. Авторам курсов мы предлагаем виджет на сайт. Агрегаторы получают функционал сравнения курсов с учетом рейтинга и отзывов. Авторам не нужно будет разрабатывать свой функционал отзывов, тем более достоверных. Они получают новых клиентов за счет органического продвижения и социальных факторов ранжирования. А также им доступны отчеты о реакциях пользователей на их курсы со всех агрегаторов, что позволяет оптимизировать маркетинговый бюджет. 2 минуты. Те, кто делают выбор онлайн и офлайн курсов, делают его удобнее, быстрее и с большей уверенностью. Поставщики курсов предоставляют информацию о проходивших курсы. Такие пользователи должны быть авторизованы на TrueView. Только авторизованные пользователи могут оставить отзыв, тем самым подтверждая факт прохождения курса в конкретное время в конкретном учебном заведении. Мы сделали первую ручную продажу во время проблемных интервью. Сейчас мы дорабатываем MP и параллельно ведем переговоры с агрегаторами и потенциальными корпоративными клиентами. Я сооснователь и CEO, участвовал в 2 предпринимательских программах Рыбаков фонда. Второй сооснователь CTO с большим опытом. CMO готов к нам присоединиться в ближайшее время при необходимости. Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Глеб. Давайте зададим вопросы уточняющие. Глеб, у вас еще потом будет небольшое время, минуты, чтобы на основании этих вопросов дать обратную связь и пересобрать, может быть, какие-то части своей презентации. А где вы взяли цифры, что рынок дополнительного образования – это 150 миллиардов рублей? Мы использовали 2 исследования от Netology Group и Discovery Research Group. Мы использовали эти исследования, соответственно, конечно, точные цифры мы назвать не можем, но 150 мы считаем это достаточно точной цифрой. А вы с кем-то из руководителей крупных курсов разговаривали о необходимости такого сервиса и готовности работать с вами? Мы разговаривали с Netology, они говорили, что им такая функция не нужна, но они сказали, потому что у них, в принципе, и так все хорошо, то есть им, в принципе, отзывы не нужны. У них есть свои, им этого хватает. Но авторы курсов маленькие, скажем так, то есть, например, один профессор, им это поможет очень сильно, потому что им сложно искать новых клиентов, им нужно продвижение дополнительное. Так у них будет продвижение через агрегаторы и через наш виджет. Ну, то есть выборка пока небольшая. Людей, с которым вы обратились с вопросом, будете ли вы пользоваться сервисом? Мы общались, проводили проблемные интервью с 25 физиками и с 12 юрлицами. То есть это авторы курсов и так далее. Еще вопросы? А вот такой вопрос. А откуда же берутся поддельные отзывы? Поддельные отзывы, ну, на Яндекс.Маркете, например, можно купить отзыв за 300 рублей. Вот, а кто же их покупает? Компании, которым это нужно. То есть, выгодно, если компании покупают эти отзывы, выгоден ли им ваш сервис, который воспрепятствует им
возможность покупать такие отзывы и тем самым продвигать свою компанию в сетевом, по сути, это сетевой маркетинг. Ну, если у компании... Отрезать такую возможность, по сути, вы отрезаете возможность, если они ставят себе, если я правильно понимаю, если они ставят себе на сайт замочек под названием «А мы теперь честные», у нас теперь больше никак, только так. Да, то есть, значит, они уже набрали всех клиентов и больше таким методом привлечения, как поддельные отзывы, не пользуются. А вот все остальные, кто еще пока не готов отказаться от такого способа привлечения, они, скорее всего, не будут вашими клиентами. Или вот это, скажем, это не утверждение, все это было не утверждение, это был вопрос. Поясните, пожалуйста. Я понимаю. Ну, смотрите, мы не можем гарантировать, что все отзывы станут достоверными вообще везде. И компании, конечно, могут захотеть продолжать рекламировать себя таким образом. Но если у компании продукт хороший, то ну, мы не видим смысла им портить свою репутацию с каким-то шансом. То есть если их заметят, уличат за тем, что они покупают отзывы, то это на репутации их скажется. А если продукт плохой, то мы считаем, что никакие отзывы покупные не помогут им вырваться в топ-рейтинга. Спасибо. Если больше нет вопросов, то я задам от себя вопрос. Какая сумма вам требуется, какие условия для инвестора, ну, как следствие, это какой выход для инвестора, какой, сколько иксов можно заработать с вами, кому продаваться собрались? Мы сейчас не спешим с привлечением инвестиций, мы сейчас работаем над пилотным проектом, но если вас заинтересовал наш бизнес, то мы готовы встретиться с партнером, приехать в ваш офис и обсудить все детали. Хорошо. Коллеги, резюме экспертов, что можете сказать по поводу этого проекта? Ну, вы знаете, я, наверное, скажу вот что. Вы сами себя изначально ограничили. Вот у вас очень хороший слоган «Достоверные отзывы как сервисы». По-хорошему отзывы, они же, вы хоть и сказали о том, что вы больше в этом разбираетесь, поэтому выбрали именно образовательное направление. Но мне кажется, надо изначально диверсифицировать вот эти отзывы и понять, где, собственно, ключевой клиент. Это первое. И второе, вот просто подумать. Мы тоже, в свою очередь, не всегда успеваем вот эти отзывы у себя оставить. То есть у нас очень много курсов, у нас много вот сейчас вот даже в фонде поддержки социальных проектов вот акселерационная программа идет, там порядка 600 проектов проходит, и в ручном режиме, ну, условно в ручном, нам не хватает времени для того, чтобы обеспечить себя вот подобными резюме о нашем продукте. И здесь это тоже рынок, условно говоря, что вы предлагаете просто клиентам в виде корпоративных каких-то компаний такой сервис осуществить на аутсорсе. Я полностью согласен. Рынок, который вы очертили, 36 миллионов рублей, на таком рынке достаточно тяжело развернуться, потому что он очень маленький. И вряд ли инвесторы могут с таким небольшим рынком заработать. А потенциально, если вы выйдете в другие сегменты рынка и расширите свой потенциальный рынок, возможно, может быть интересно. А также вы не совсем убедили меня, что у пользователей будет мотивация оставлять отзывы, особенно если они должны будут проходить какую-то верификацию, загружать какие-то сертификаты о том, что они прошли эти курсы. Для чего им это делать? Я не понимаю это до конца. Алексей? Да, к Алексею присоединюсь. Вот начну с последней мили, то, что называется. То есть известно, что один лишний клик на сайте крадет сразу 50% лидов, да? Такая терминология существует в определенных кругах. Вот. О чем говорит Алексей, что если интерфейс предполагает какие-то лишние действия, то это плохо и для провайдера курса, у него лиды пропадают, и для пользователя непонятно зачем. И для меня, например, непонятно, как для пользователя, от которого, собственно, эти действия надо проинвестировать, это усилие, пусть не деньги, это усилие, как ему-то отмотивировать эту историю, что он это должен сделать. У меня вот от проекта сейчас ощущение, что вы выбрали одну конкретную функцию, которую пытаетесь превратить в отдельный бизнес. Но эта функция достаточно легко реализуема в общем в любом бизнесе. Ну, достаточно легко. И она не представляет собой нечто, что можно на самом деле так уж прямо отделить и выделить. Если только туда не приделать какие-нибудь, я не знаю, блокчейны, еще что-нибудь, какую-нибудь супер-верификацию по отпечатку глаза и, не знаю, что-то еще такое, да? И как функция, она, как вам сказать, вы будете все время, как мне кажется, да, я наблюдал проекты не такие, но подобные, которые автоматизировали функцию, пытались ее продать и каждый раз сталкивались с тем, что ее и без них реализуют. И проще, и лучше, и везде это кастомно нужно по-другому, и вообще непонятно, почему, зачем ваш SaaS тогда нужен. И возвращаясь к комментарию Алексея, надо как-то вам пошире посмотреть. И это имеет смысл сделать, если у вас пункт номер один, ему вопросов нет. Пункт номер один – это команда. Команда есть, если,
то какая бы ни была у вас сейчас бизнес-модель, какая бы ни была у вас сейчас бизнес-идея, вот ее можно как раз пошевелить, развернуть, и хорошая команда даже с плохой идеей все равно найдет хорошую идею и выползет. Про команду мы много не знаем. Это, на самом деле, к вам даже вопрос к себе задать. Если вы смогли встретиться с хорошими людьми, которые закрывают все необходимые компетенции, и они в едином порыве, то вы точно что-нибудь найдете. И тогда мы к вам придем. И мы вас проинвестируем еще до того, как узнаем, что вы там собрались делать, если будет хорошая команда. Вот что бы я сказал. Я присоединюсь к коллегам и скажу вот что. Мне кажется, что вам нужно пройтись по всей мотивационной цепочке для всех. Для вас зачем вы это делаете? Для инвестора зачем ему это? Для клиента, который будет покупать ваш сервис? И для тех людей, которые будут писать эти отзывы? Сейчас мне кажется, что на всей этой цепочке есть вопросы. И отсюда возникают вопросы, в том числе и у нас. Как это будет работать? Спасибо. Глеб, вот такой достаточно скептический взгляд получился, если в целом судить от обратной связи от инвесторов. Что можете сказать? Вот есть какое-то ваше мнение, что, может быть, надо пересобрать презентацию, или, может быть, надо допилить продукт, а потом уже презентовать? Что можете сказать? Одна минута у вас. Да, во-первых, спасибо большое, уважаемые эксперты, за обратную связь, за вопросы. Очень полезное было. Я думаю, если про презентацию говорить, то можно акценты некоторые поменять в презентации и говорить больше о другом, о том, как это будет работать, а не обо всех функциях, которые сейчас были. Вот. Мы хотим стать эталоном достоверности отзывов в образовании. И, возможно, с вашей помощью мы выйдем быстрее на международный рынок и станем стандартным курсом для образования. Спасибо большое. Благодарю вас за вашу презентацию, за ваше участие. В любом случае, вам успеха и чтобы ваши начинания не продолжались идеями и реальными проектами. Спасибо. Спасибо. Да. Ну, инвесторы всегда разные бывают, и вопросы бывают разные, но они всегда полезные. В этот раз они помогли найти мне какие-то дыры в презентации. Я думаю, мы будем продолжать делать то, что мы уже делали. У нас сейчас пилотный проект с агрегатором. Коллеги, что думаете по поводу нашего четвертого стартапа? Есть ли у него перспективы? Можете дать какие-то свои комментарии? Можно я философский взгляд выскажу? Конечно. Мне кажется, что для развития предпринимательства нужно с чего-то начать. Вот это такой начальный этап, когда без обид студенты какого-то курса делают проект, пробуют свои силы в той или иной степени, его реализуют, приобретают опыт. И если люди правильно слышат то, что им говорят эксперты, то, скорее всего, и у них есть желание и мотивация, это будет иметь там следующий этап. Вот как-то так. Вопрос. Я тоже, можно по философству? Я просто хочу сказать, что, конечно, им важно немножечко шире подойти к своему продукту. То есть вот что такое отзывы сами по себе. Они это видят как нечто продающее, такой инструмент, который поможет увеличить количество продаж по курсам. Но на самом деле отзыв вот для меня лично – это обратная связь с клиентом. Поэтому, мне кажется, как раз центр продаж должен быть в другом. Ну и плюс, вот как я уже тоже сказала, что отраслей по отзывам может быть гораздо больше, чем просто образовательные курсы. Но в частности, мне бы для меня, как потребитель, а не как фонд, было бы важно, например, видеть реальные отзывы по партнерам по бизнесу, да, некий там черный список и белый список, вот с кем иметь отношения, с кем нет. И в этом смысле, если они сразу пойдут по пути расширения вот этих направлений, они выиграют гораздо больше. Вот. Еще, кстати, важный момент, тут я начал про команду тогда говорить, да, еще очень важный момент, который вот мы, например, всегда, когда смотрим на проект и думаем, не вложить ли в него денег, сначала у нас с ними так полгодика примерно идет такой синхронизация. Она выглядит как? Мы на них смотрим, смотрим цифры, даем советы бесплатные. И смотрим, они их делают вообще или нет. И вот если никакого фидбэка нет из серии, а мы вот такие умные, что вы нас просто не понимаете. Вы все инвесторы, вы нас просто не понимаете. У нас идея, а вы тут нам какую-то фигню. Мы лучше будем продолжать идти своей дорогой. Вот просто вот мы такие. То есть отсутствует гибкость, не слышат. Команда, которая не умеет гибко к этому прислушиваться, мы их не берем. Я согласен, что им сейчас нужен не инвестор, им нужен наставник. Именно. Который может из данной фичи сделать бизнес. Да. И помочь им сориентироваться туда, в том направлении, в которое им нужно идти. И на самом деле рынок образования, он огромный.
есть растущий сегмент онлайн-образования, и они могут из фичи про отзывы сделать агрегатор курсов, зарабатывать на продаже этих курсов и как-то развернуть свою бизнес-модель. Им нужен просто тот, кто поможет им выбрать правильное направление. И быть гибкими, в общем, менять все время. Но если сейчас, например, то есть у меня ощущение сложилось, что они твердые, то есть они не гибкие. Вот. Была всего минута. Пока они не столкнутся со своей стеной, чтобы поломаться об нее, никакой им не поможет наставник. Надо дать ребятам попробовать. Ну, в этом смысле я тогда бы их пригласила в наш набор на вторую акселерационную программу, которая у нас будет до середины мая. Кстати. И как раз сам акселератор позволит увидеть, насколько они гибкие и слышат. Да. Вот для этого, кстати, и нужны акселераторы, точно. Вот для этого нужны акселераторы. А возможно, участие вот в нашем проекте им поможет взглянуть на себя со стороны, увидеть какие-то минусы, плюсы. Ну, это когда они уже на себя по телевизору будут смотреть. Да, когда они посмотрят на себя в эфире. Это поможет им пересобраться и, может быть, и даже бизнес где-то пересобрать, а не только презентацию. Ну, ребята хорошие, мне понравились. Коллеги, хотелось бы подвести не только итоги по этому проекту, а в общем итоги сегодняшнего дня. Что вы увидели, что вы можете сказать по итогу всех четырех проектов? Скажите какое-то свое мнение. Можно я скажу? Я хочу поблагодарить Ольгу за приглашение и за возможность поучаствовать вот в таком новом для меня формате. Потому что, конечно, с одной стороны, за 3 минуты может быть сложно оценить до конца проект, потому что все равно требуется, да, там время аналитикам посчитать бизнес-модель. Но, с другой стороны, именно эти 3 минуты, они являются решающими, потому что действительно, если человек реагирует и основатель реагирует на какие-то комментарии, значит, с ним можно работать, и проекты всем были интересны, и я уверена, что с каждым из них мы еще потом посотрудничаем и поработаем отдельно. Да, спасибо. Сегодня было 4 очень разных проекта. Наверное, надо понимать, что мы здесь инвесторы. Я бы инвестировал только в первый, поскольку он представляет действительно бизнес-модель, в которой они двигаются, и она представляет правильное направление. Проект номер 2 и номер 4, они находятся на такой стадии, когда нет понимания, что вообще бизнес будет работать. И у меня нет этой уверенности. Проект номер 3 с Connected Car Technology. Если им выбрать правильное направление, может быть, тоже действительно инвестиционной хорошей историей. Ольга? Я присоединюсь к Алексею, что да, проект очень разный. У меня есть такое ощущение, что не всегда люди, которые презентуют, понимают, какой цели они хотят добиться. И, наверное, ну, прежде всего, зрителям на будущее и тем, кто будет презентовать не в рамках нашего проекта, а вообще, стоит задуматься, как правильно презентовать свою идею и что ты хочешь получить от тех людей, которые видят, слышат твою презентацию. Потому что сейчас, ну, иногда очень много слов, они не очень слышат вопрос, не формулируют ответ, и отсюда, ну, естественно, будет какой-то дисконнект. Понятно, что всем, для кого презентация, нужно время для того, чтобы осмыслить, пожить этим проектом, но чтобы произвести первое впечатление, нужно вот эти 3 минуты свои, 4 минуты, как-то упаковать так, чтобы мы все понимали, что вау, идея, это будет работать, даже если сейчас это не очень работает. Отлично, спасибо. Мое мнение, что этот проект может помочь считать логику инвестора для стартапера. Это очень важно, как он мыслит. Мы сейчас увидели, как горизонт, на который смотрит инвестор, насколько он отличается, насколько он более широкий угол имеет. И очень много проектов, которые уходят глубоко в технику, в сам продукт, и не могут посмотреть, так, хеликоптер-вью отсутствует, скажем так. И мне кажется, что одной из миссий нашего проекта является как раз вот передача, трансляция той самой логики инвестора, чтобы уже стартап мог включиться в нее, мог показать, где его место на рынке, с какими сферами он конкурирует. Вот мне кажется, мы потихонечку эту миссию доносим, и это замечательно, что у стартапов есть такая возможность повстречаться с инвесторами, тем более такими крутыми, как вы. Спасибо вам большое. Телевизионную версию нашего проекта смотрите на телеканале WBC, а на сайте вы можете увидеть еще больше советов от наших инвесторов и более подробную информацию. А я, Антон Зиновьев, прощаюсь с вами до следующего выпуска. Мечтайте, создавайте и будьте настойчивы в реализации своих проектов.